Приветствую всех подписчиков паблика Секреты Про. С вами Калестру Виталий. Это видео специально для рубрики «За неделю до соревнований». И сегодня у меня третий день. Много изменений произошло за прошедшие сутки. Много коррективов было внесено, о которых я сейчас расскажу подробнее. Ну, первое, то есть уже началась такая задержка воды. Еще вчера вечером понял, что добился вот то, чего хотел. Именно вот когда вы перенасыщаете организм водой, у вас начинают как бы набухать пальцы, предплечье, чуть давление может подниматься. Ну, это хороший признак, так как это означает, что сегодня уже начнется выработка гормона, который будет стремительно стимулировать диурез и начнет сливать. Это первое. Говорю, что подлило, потому что вчера был вес 106,5, сегодня 108. С завтрашнего дня, как бы по идее, он уже должен будет снижаться. Теперь об изменениях, которые были внесены. Я убрал халатистин. Все-таки скажу вам, что этот препарат задерживает воду. Не под кожей, он очень хороший, очень хороший. Он держит ее в мышцах. Я это почувствовал в прошлом году, поэтому пришлось его снять и в этом году. Как бы кто-то скажет, что в этом плохого, даже наоборот, круто. Ну да, круто, но не в том случае, когда вам надо влезть в категорию. Как бы у меня для классики, так скажем, я чуть-чуть большой, поэтому мне приходится сливать воду откуда только можно, чтобы влезть. Поэтому я его убрал. Но эффект от него потрясающий, то есть жесткость буквально через 3 дня уже просто сумасшедшая, очень много воды загоняет в мышцы. Вот так, поэтому если вам не нужно попадать в категорию по весу, или вы тяж, или вы юниор, там где нет ограничений, можете использовать его смело, прям до конца. Это первое, что было внесено. Второе, значит, проверон. Ну, проверон я говорил еще вчера, я поднял до 200. Вироспирон с сегодняшнего дня я поднял до 200 миллиграмм. И что еще значит? Анастрозол таки остается 1 миллиграмм. Ну, в общем-то, по таблеткам больше изменений никаких нет. По самочувствию, ну, могу сказать уже такое. Вот, тренироваться вчера было очень тяжело, потому что делал круговую уже. После третьего круга начала кружиться голова. Вот сегодня с утра смотрю, что тоже такое какое-то затуманенное сознание. Ну, как бы это третий день без углеводки, поэтому ничего не удивительного. Посоветовался вчера с отцом. Как бы я думал начать грузиться в пятницу, всего один день, но отец сказал, что может не сработать. И, в общем-то, начну грузиться уже с четверга, но очень аккуратно. То есть белок я уже весь уберу и буду грузиться хлебцами. То есть, ну, немного я планирую съесть хлебцов, так, где-то на 200-250 грамм углеводов. То есть, немного. И, опять же, почему я выбрал хлебцы? Потому что мне нужна какая-то пища, которая не будет содержать воду, так как в пятницу взвешивание. И, значит, в четверг я планирую выпить 2 литра воды и вот съесть вот эти вот полкило хлебцов, это 250 грамм углеводов. Значит, по сегодняшнему дню я сегодня выпью 6 литров воды. Съем также само 2 килограмма рыбы, 5 яиц, килограмм овощей. И также само опять сделаю еще одну круговую тренировку. И затем через пару часов попрожимаюсь минут 30-40. В четверг тренироваться я уже не буду, как начну грузиться, тренироваться не буду, но четверг будет тот день, когда я буду прожиматься весь день. После каждого приема хлебцов я планирую съедать примерно по 5 штук, после каждого приема позировать примерно 3 круга. Ну, вот так, в принципе, и все. Завтра интересно будет посмотреть, какие будут изменения, начнет вес уходить вниз или еще нет. В общем, буду держать вас в курсе. Всем спасибо за внимание. Всем пока.